Всем здравствуйте. Ребят, долгожданное начало гоночного сезона. В этом году официальный сезон начинается с гонки Кубка Краснодарского края. Очень большой кворум, очень много участников, все соскучились, много на новых машинах. Сейчас буду показывать потихонечку в ходе гонок, потому что еще не все спеки машин знаю, поэтому немножко терпения. Хочу поблагодарить вас всех, старых подписчиков, новых подписчиков. Количество растет, всем огромное спасибо. Мы тоже стараемся вас радовать частыми видосами. Спортивный сезон будет очень насыщенный. Это будет и Кубок Края 7 этапов, Кубок ЮФО 7 этапов. Скорее всего, попадем еще на Кубок СКФО, как минимум 2-3 этапа постараемся. Плюс, опять же, покатушки в лес никто не отменял. Осетия будет в мае. В общем, кататься будем много, кататься будем качественно. Видео, все будет в лучшем виде. Пишите комментарии. Читаем все, стараемся отвечать на все комментарии. Спасибо за вашу активность. Ну и еще от меня лично просьба, пожалуйста, подпишитесь, потому что у нас очень хорошие просмотры. За это спасибо вам всем, но так мало подписчиков. Как говорится, вам не сложно, нам приятно. Это, как говорится, ну, мотивирует все равно что-то делать, хотя мы и так стараемся. А теперь давайте про участников. Приятного просмотра. Итак, получается, у нас категория стандарт, стандарт плюс. Знаете, как я их отличаю? Вот Нивы стоят со стандартными арками, да? Это стандарт. Вот черная Нива там будет, у нее уже резанные арки, это стандарт плюс. Это я так отличаю для себя. Их иногда объединяют, когда маленький кворум, но сегодня вроде должно быть хорошо. Самый злой, самый динамичный, самая категория, да, которая всегда радует. Далее у нас идет туризм. В туризме не знаю, кто будет. Может быть, вот УАЗ крайне стоит. И в туризм, скорее всего, легенда едет УАЗ. Больше пока в туризм не знаю. Скорее всего, еще заявится кто-то из них. Нива открытая. Сегодня очень много машин. Они все стоят на заднем плане. Сейчас покажу. Ну вот, допустим, да, белую видим. Как правило, резаные арки, лебедка на 32-33 колесах. Вот это Нива. Она идет в категорию спорт, потому что у нее вынесен радиатор из подкапотного пространства, он стоит сзади, она облегченная, и поэтому он идет уже в категорию спорт. УАЗики также в категории спорт, потому что на больших колесах, больше 35-х. И дальше категория Unlim, Абсолют, ее, конечно, сегодня нету, то есть это, как правило, прототипы. Много знакомых, Серега. Также много и новых лиц, которых я еще, ну, не знаю. Вот эта машина из выселок, очень похожа на нашу, но нет. В этом году на 33-х колесах, сделано, видите, как морда. На блокировках точно знаю, на валрейсингах, по-моему, или на Иштех, на приводах. Вот эта вот машина новая в этом году собрана из Анапы. Очень красивая машина. Называется, по-моему, Умка. Владелец Семен, познакомились. Ну, они очень грамотно все сделали, прикольно. Вот такой логотип. Панель оставили. Голый салон. Бак спортивный. Удлинитель. Все. Вареный каркас. Все четенько. Так, тоже Нива открытая по-любому, потому что резанные кузова в стандарт не разрешается. Ну и лебедка есть. Это парни, вот мы видели их в Кирпильской. Заняли призовое место. И получается вторая гонка у них. Название машины Оскар, как мы видим. Макси Староминской. Так, тут Уславинские пацаны. Выселковский, Кирпильский, ну с того района все. Вот такой вот агрегат. Маленький, легкий, порезанный. Скорее всего, либо туризм, либо спорт. Может быть, туризм. В базе лебедка. Похоже на... Не знаю, на что похоже. Из Ставрополя. Вот этот у вас хотел показать. В том году вы несколько раз видели его в наших видео. В видео из Новокорсунской.
и Староминской. УАЗик был в своем кузове. В этом году его порезали, обварили, переделали раму, подвеску. Видите, как все сделано. То есть ход подвески увеличен. Лебедка у него была механическая. Вот она стоит. И электрическая. Две лебедки у него. 35-е Симаки. Нет, Сильвера. Тут тоже все переварено. Вынесено. Видите, как колеса за базу, чтобы забираться на препятствия. У него в том году были с этим проблемы. Он не мог такие большие подъемы вертикальные брать. В этом году учли все ошибки, сделали, посмотрим, как будет ехать. Костян там что-то лечит. У нас все без изменений. Это Вачик. Давайте оставлю ссылочку, по-любому подписывайтесь. Очень колоритный. Сегодня будет крутое шоу, поэтому смотрите, не переключайтесь, болейте. И самое главное, получать хорошие эмоции. Спасибо большое. Оставлю ссылку, подписывайтесь. Очень колоритный ведущий, очень прикольно ведет. И такие хорошие у него кадры, красивые. Это вот Сашка с нами здоровался. Это Зубастик. В том году он выступал из города Ростов. Евгений на нем ездил, но машину продали. В Армавир. Теперь она участвует в крае и, возможно, будет в ЮФО. Обрезали ей тоже фары. У нее, получается, блокировки Иштехна. По-моему, она вся на Иштехна, все, что можно. Да, Иштехна. Хорошая лебедка. Ну, такая подготовленная машина. Он и на СКФО даже ездил в Ниве открытой. В Трофи часто участвовал. Ну, такая машина с историей. И Олег на Симбе. Машина строилась 7-8 месяцев после Гондураса. Он, так сказать, ее тогда немножко подушатал и очень-очень много всего сделал. То есть машина переваривалась, как вы видите, он сделал аккуратные, получается, не стал убирать фары, ему так не нравится. Он вот сделал маленькую планочку, оставил фары, стоит на 33-х колесах. В полном размере на Сильверах на 15 диске. У него спереди Иштехна блокировка, привода АКГАЗ какие-то там 27 шлицов, внутри палка на 25. Сзади у него полуоси Валрейсинг, 100% Иштехна. Сделанный мотор, выхлоп вынесен в бок. Убран весь салон, поставлены пластиковые ковши, расширители. Это все делалось вот сейчас. Каркасы варили. Так, ручка здесь получается. У него была, получается, камап, лебедка. Поставил голду в базу вот так вот. Здесь у него... Как они? Сантраки, да? Правильно, не знаю. Мы ими в один раз пользовались, Тимошевские, и они нам только помешали. Все крылья усилены, очень прикольно сделано. Вот. И он, вот так вот сделана Нива, но он хочет участвовать в категории спорт. То есть в Ниву открытую он не идет. Так, ребят, вроде всех посмотрел, вкратце показал. А дальше давайте будем уже посмотреть, как говорится, что покажет гонка. Появился один участник вот на таком прототипе. Дверь с девятки, как будто кузов девятки, походу. Ну, сегодня категории Unlim нет, поэтому он будет участвовать в категории спорт. Так, мосты, спайсера, походу, да? На тракторах, фолинг, бак спрятанный. По-моему, спайсера, я не разбираюсь, ребята. Либо чероки, либо спайсера. Что-то такое. Без предупреждения. Дан старт, в лужу. Юрка остался. Юрка газовал и остался. Я уйду. Давай.
Макс Староминская. Нивы три места в первом. И у вас. Еще один. Фокс. Хорошая подвеска у Нивы. Мягенько. Все, все проехали. Встала Нива. У Нивы не работает передок. Да, порвался. Вадик заглох, что ли? Давай! Сторонные бампера. Парни помогают. Тут жопы нету. Качай, качай! Не, жопа работает, все в порядке. Тут завелись, поехали. Коридор закрыли. Рулем помогай, рулем помогай. Пошла, 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 давай! Бегу быстрее, быстрее, быстрее! Отъезжай! Отъедь! Хорошо. Давай, трос, штурман 30-й. Дергай назад. Давай, давай, давай. Сейчас назад. Уезжай, уезжай, уезжай! Пропускай его, нахуй! Уезжай, пацаны, пропускай! Нет, ему надо пропустить! Да, да, да!
Колесу болты потерял. Повезло. Мы сейчас все на канал, ты еще туда было левее взять. Резина вообще не работает. Руль влево, влево! Это что такое? Где там Макс потерял бампер? Он его конкретно может помешать, если оторвется под колеса. Прошли. Ребята, как всегда, стандарт очень зрелищный, мощный, контактный. О! Меня зовут, пошел за пауэрбанком. Как всегда бегу по трассе, я надеюсь, вам нравится. Так, ну все стоят, но вот Макс прорвался, и за ним УАЗик, я так понимаю, что первое, второе первое место. Да. Они идут хорошо. Еще не Васик пошел. Он только выехал первый круг. Ну это молодые, которые вот со Староминской, которые в кирпилях нормально насыпали. Долго стояли. Да. Все, бампер ушел. У нас граната захрустела. Потери из камышей. Ну вот. Сейчас вот едет УАЗик, покажу. Ну да, колесо оторвал. Либо граната развалилась, корпус, либо кулак, что тоже может быть. Итак, ЧПшник этой гонки. Юрка, ты сегодня первое место по косякам. Фильтр топливный, прикинь, жало насосом и мозг. Да, конечно, машина виновата. Да, 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 да. Где-то мы это слышали. Я сейчас покажу, как он стоит. Он заехать не смог, у него мотор троит. Хотя мотор новый, без обкатки. Но ты, главное, встал грамотно. Да, я понял, и стартера тоже, походу. Итак, стандарт закончил свою гонку. Сейчас небольшая подготовка. Я думаю, минут 15. И стандарт плюс едет. Вот, из новостей. У нас на Красной заклацало. Хрустела граната наружная. В запасе есть, но менять, наверное, мы не успеем ее поменять. Поэтому не будем. Потому что она с Nissan, она очень сложно сбивается. Вот. Нива не верозь, да, как говорится. Ну ладно, 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 открою. Это Сашкина Нива, который... Ну, я и Сашка что не ехал. Хорошая. Не, не надо набалтывать, мы не музыканты. Не, не надо, я так посмотрел, вон, выхлоп с гелика. Спасибо. Итак, ребят, стартовала категория стандарт плюс. Это чуть более доработанные машины, чуть больше колеса разрешены, более злые. Но участников, как я только что прочитал, по-моему, машин 8.
И все без проблем проехали лужу. Сейчас пойдем поснимаем, там еще пару интересных мест есть. А на нем троих что-то? Саша, обошли. Да, что-то, хотя вроде отписывали. Слышишь? Да. Как будто переливает ее, не хватает ему. Не хватает ему. Где там твоя четвертая в отсечке сотка? Да, как уходит, а обошел. Что такое? Кардан. Сашка, что случилось? Я покажу. Давай. С той стороны тягу посмотри. А-а-а! Это был домик. Да, и вот так вот. А, ну это из-за него, да, обламывает. Нет, из-за тяги. Ну, из-за тяги, что да. Ломает, мозг гулять начинает. Да, бывает. А где так стукнулся? А, просто вырвало на кочках. Сколько можно? 18. Понятно. А лобовое чье? Сани где-то. А, все, я понял. Вот он, хозяин лобового. Вот такие здесь горочки. Ну, даже для стандарта проблем нет. Ну да, у нее не вот так вот идет, а поднят, получается, по-моему, на 4 сантиметра. Так, это по низу. Не разберут. Так, на сильверах и сзади. Сзади у него получается клюшки вместо маленьких длинные. И вот места крепления принесены. А длинные клюшки получается еще увеличены. Иштехно. Солдатик обычно иштехно в половину меньше, этот больше. Панару оставили, чтобы мост тоже не гулял. Ну так в целом, в принципе, все нормально. Выхлоп через салон. А там пацаны гоняют. Да, правильно, красавчик. Мужчина, пошел. Пошел, вот он мой. Мой ты золотой. Yeah.
Мужчина. Мужчина. Давайте его похлопаем. Походу Нива зеленая дала жопу. Она, по-моему, единственная, у которой морда подбита. Ой-ой-ой, почти. И глушак. Ой, да вышла моя рыба. Посмотри, о чем я тебе говорил? Андрюха, о чем я тебе говорил? Туда в лужу посмотри. О, красавцы. Прям он сказал, говорит, я, говорит, ну, понял к тому, что машину типа жалеть не надо, надо прям надо долбить. Да, дорого, но по-другому первые места не берутся. Но Сильвер еще плывет просто по воде. Yeah, okay.
пацаны, проезжайте быстрее. Пацаны, давайте, давайте. Обижай, обижай. Давай, 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 да объезжай. Ну, давай, ты же спортсмен. Слева. Не, нормально, она доживет. Еще, она еще пару поездок в лес переживет. Потерял банку красивую, модную. Инга, раньше времени. Что? Раньше времени, Инга Александровна. А раньше времени вы его делаете. На травы. Вот это кости все мы вымывать. Красавчик. А, мужчина какая, а? Костян, в маленькой яме стоит зеленая и красная лебедица, последняя перед подъемом. Что он будет делать? Да я не знаю, просто вот. Пусть не торопится, у него же есть время, все да. Нормально, хорошо? Да. Все, поехал за ним. Чё стоим? Чё стоишь? Давай, езжай. Оборвал трассу. Трассу оборвал. Да. Скажите Костя, что тут оторвал трассу и остановил. Костик по кошелям бежит. Надо Костик или нет? Да. Нет, всё. Уходите нахрен со всем якорем. Никуда. Со всем фигурой. Не видно? Проходи. Пошёл, Костя. Два фонарика покупать. Ну так то один не работал только. Второй вам какое плохое зло сделал. Да, нормально. А, это зеленое намотало. Да, а, да. На колесо? Зеленое намотало. Вил, поехали. Хочет, так и... О! Ну, да. Сейчас порвет. Опять будет стоять. Все? Нет. Не, не, не. Хочет поднять, потому что не рвать. Лево-право. А, нет, братан, куда? А там вот, смотри, труба как сделала. Братан, труба выхлопная уже спереди. Ой, красиво, красиво. Звук, а звук какой хороший стал. Завальцевали. Ломай. Костик, смотри, зеленый на подъеме бьется. Но. Костик все уже баловаться начал. Сигаретку. Скотина. Ну, самовар заработал. Костик, блядь, поехали! Смотри на это пафосное лицо с сигаретой. Давай, 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 давай!
Немножко комментариев. Трасса отличная, грунт отличный, много больших перегонов, очень много лужи. Легенда. Из Армавира же, да, вы, парни? Легко, чуть-чуть не хватало, чуть-чуть ей. Интересно. Кому? Штурман вообще никуда не торопится. Просто УАЗик это. Это желтый УАЗик. УАЗик справа пойдет. Ростовский. Я, по-моему, знаю, что это за УАЗик. Он ебашит, дай бог. Да ладно. Если этот... Если я правильно помню, то тот, который в том году на UFO был в этом целине, и он прям едет. Это он, да.
Это ж тот самый желтый УАЗик? Что? Это ж тот самый желтый, который там в Целине был? Не, это легенда армавирская. Да? Это в туризме ездит. Это не там машина. Природу ломает. Смотрите, какая накличка у Олега. Сейчас меня грязью, конечно, закидать. Уходи правее, правее, уходи, выскочишь, Олег, вправо, уходи, выскочишь. Прям ровно. Проедет, проедет. Давай, пошел вправо. Не, не трогай, потом поставишь, Дима, трогать нельзя. Фары мешают, вот без фар, ну вот проще к колесу заскочить. И еще не могу, не знаю, у нас на красный, о, хорош. Это же это. Вот, я же говорю, трасса была очень проезжаемая, но намыли, грунт мягкий. Вот здесь уже проще выезжать. Первый раз они проехали без проблем. А, ребят, я, кстати, ошибся. Набрали кворум в категорию туризм. Это едет туризм. Олег заявился в туризм, чтобы прикататься. Если все будет хорошо, поедет еще в спорт. В спорте ждем Аку желтую, Верика и что там еще? Котлета, по-моему, на трактора. О, прикольно. Я не знал, что в колесо можно вытряхивать. Есть чему учиться. Там еще одна Нива стоит. Ах, как тяжело! Рулем, рулем, давай! Молодец, за волю к победе! Машине. Он вообще водитель АКИ, но решил побегать штурманом. Резина Симаки, это 31, они чуть-чуть 32 получаются. Принудительной блокировки спереди нету, скорее всего, преднатяг килограмм 8.
УАЗик еще выезжает. Так, и приехал Олег. Тут уже все не получается. Ой, как нехорошо. Что такое, Димон, нормально все? Ой, как глубоко. Там колея. Там по факту видели, Дима вышел, он встал по колено. Это уже колею намыли. Якорь разошелся. Димон, клюзом просто. Нет. Порвал. Да. Вот так. Не порвет. Отдай чуть-чуть. Вот. Первая гонка, это нормально, это прикаточная. Пацаны машину не успели обкатать, только-только собрали на неделе. Ой. Да. Пошла. Ну, он в лидерах, по-моему, еще. Нет. Димас! Морда! Чом? Димас, чем блоку не включает? Японец, давай, оборотов не хватает. Родное, лебеди! Ты канал, да, ведешь? А, Юра, у нас чат есть. Да, братан. Легкая, аккуратная машина, прям пушка. А спереди принудительно нету? Есть, сломал. А. Как она быстро вытекает из нее. Пошел, малыш. Извините за кашель после гонки, блин. Эх, не хватает ему резины. Давай.
Кайф, да? А, мы бегать легко. А? Мы одни в гонке. Нива умерла. А японец гоняет еще. Мы его уже два раза обогнали. Ребята, отходите. Помогай. Тут тоже УАЗик. Давай. Братан, что-то не тянет в горку, да? Сцепление. Нет сцепления? Ну, оно есть, оно скользит, я понял. Оно пропадает. Оно не пропадает, колеса перестают крутиться. Да, пропадает. Ой, как нехорошо прыгает. Заводился ты? Он фору давал. Лебедка тянет. Что хочу? Не прыгай, Олежа, не надо. Все, тащим. Гонок много. Японец потихонечку едет. УАЗик отталкивает. У нас тут молодые подписчики, которые хотят на канал, да, попасть. Передавай привет. Привет. Что надо сказать? Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Красавчик, знаешь. Давай сразу, не теряй, ну. Ура, ребята, молодцы. Мог бы сразу, ну не надо. Молодец. Я сомневался. Нормально, а у вас? Олег в гонке
вот его фишка, три колеса. Ай-яй-яй-яй-яй. Молодец. Все, Димон уже научился не садиться. Тяжело, тяжело. Не раскручивает движок. Пошел, пошел, пошел! Вешечку. Да, Олег, зачем? Вот и все. Так рано. Молодец. Олег подъезжает на еще один круг. Решил закрепить свое лидерство. Сцепа буксует. Не знаю, поедет он в спорт или нет. В принципе, первое место в туризме. Сцепе больно. А, Димы уже нету. Дима выходит. Прошел. Тихо, спокойно. Где-то плывет один японец. Колеса не вращаются. Передачу посмотри. Передачу посмотри, колеса не крутятся. Оп, тоже водички немножко боится, блин. Да, с передней пневмой было бы лучше, но она не работает у парней. Воды много, но она быстро выходит, прям очень быстро, максимально. Ну что, туризм тоже был зрелищный, хорошо поборолись. Кто-то поломался. Это спорт, это нормально. Так. Что мы увидели? Что белка обкатывает машину, есть проблемы, устранит. До первого этапа ЮФО. Правильно сделал, что пошел в эту категорию. Молодец, что взял первое место. Поздравляем. Никогда эти подъебы не закончатся, что я сам с собой разговариваю. Так, дальше спорт. Там Миша на УАЗике. Наш приятель, который Нива, серая бабка, он взял себе еще УАЗик для спорта. Инверик. Очень интересно, как поедет. Фух, так, сегодня я на старты не успеваю. Стартовал спорт как-то очень быстро, внепланово, мы даже не ожидали. АК проехала отлично, быстро. Василий немножко взял неправильную траекторию и забуксовал. Но с помощью лебедочки проехал. Так. У вас это Миша. Ну, у него хороший движок. А что спереди блокировки? А где блокировка, Василий? А блокировки спереди нету. Так, Миша. Сцепа горит. У кого-то горит сцепа. И это, походу, у Васи. Вася, Вася. Так хорошо ехал в Тимошевске. Первое место взял, объехал нас. Не, у вас тяжелый у Миши. А это что за УАЗик? Подожди, это легенда завелась? Да ладно. И лебедку нельзя, они порвали. Так, это УАЗ. Тоже не заехал. Не едут тут УАЗы. Ну, Миша, уже лебедиться надо. Хороший спорт. Тяжелый, он все равно тяжелый. Вот его проблема. Смотри, что делает. Морду закинул. Ой. Это либо чихнул, я надеюсь, либо порвался. Надо бутсы одевать по грязи.
Вася выезжает с советчиков, слишком много у Миши. У Миши блокировки спереди нету. Так, Макс. Макс, чаще лебедитесь, если не едете. Все равно тяжелый у вас. Вот не их это. Для чего так нельзя делать? Якорь, получается, вот этот крюк, он работает как ограничитель, чтобы якорь не залазил в землю. Поэтому делают посередине якоря метровую, получается, трос метровый, чтобы легче якорю было взорваться. Вот смотрите, оп, и он остановился. И он уже не углубляется. Но УАЗик выехал. Скоро в АКЕ будет V6, но пока он ездит на том, чем ездил. Военные стандартные мосты, Симаки, 33-й, наверное. Может, даже 35-й, наверное, 35-й. Ох, накопали. У Миши тоже блокировки спереди нету. Вот эта вот сила УАЗа, вот этого, он очень легко проезжает лужи. Он тяжелый и просто идет как танк. В этом его плюс. Подъем и его минус, он там сейчас будет страдать. Сейчас, давайте посмотрим, как тут выйдут. И я думаю, туда сбегаю. Вот. Поставил новую лебедку. И сразу поехал хорошо. Оп, и все. Вот такая вот техника. Мы так и не определились, это дверь с девятки или с Таврии. Ну, тут без вариантов. Оп, и Миша выехал. Легенда завелась, у него были проблемы со стартером, и завязали трос, все нормально, просто стал чуть короче. Олежа, спорт, вторая категория, это прям сильно. Ну, трактора, нет, блокировки спереди нету у трактора. У, блин, не знаю, как его называть. У хищника, хищник у него название спереди. Преднатяг у него спереди, рывком работало колесо. Поэтому хищник проехал. Олег почти выехал сам. Да, спорт повеселее стал. Разрешили пацанам побольше колеса. Там УАЗы, трактора накатали. Ну не тянет. Что ж такое? Че, опять на повышенное, Олег? Да, реально проблемка. А у тебя Валио, да, сказали, другое сцепление. САК стоит? Ну со сцеплением, видишь, что-то. То ли замыливается, то есть он едет нормально, чуть только, да, у него и на первой в туризме тоже. Да. Не есть, сцепления нету, горит. Но Димон молодец. Не, это выхлопало. О, Василий. Ну что, Василий? Василий. Так хорошо ехал в Тимошенко. Ты меня снимаешь? А ты вообще, типа, где-то не успел. Мы так тебя ждали. Потом. Там будет... Сюрприз будет. Да, сюрприз будет для всех. Ты сдал, дал им фору хоть немножко, да, тут чуть-чуть. Один кубок забрать у тебя, да? Ну, хорошо. У него блока была спереди, ну, подрубал. Сегодня что-то без блоки. Не выезжает пока. Олег, конечно, ну не знаю, как у него получится сейчас.
Не, все, сцепление сдохло окончательно. Я думаю, надо вы... Зато он перестал бояться вот так диагоналиться. Он раньше боялся. Чуть только крен, он тормозил. А сейчас сколько он раз на трех колесах заезжал? Ну, он не в своей категории едет, давайте честно. Ну, вообще должен быть анлим, это для анлима. Колес не видно, 39-е колеса не видно. Еще право, Вася! Вася чисто пилот, истребитель. Какие у нас колеса в спорте разрешены? 36 максимум? 35,5. Даже чуть-чуть не хватает. 35-48. А здесь? Ну, здесь 39 точно. Ну, я не знаю, как они будут решать, но я бы апелляцию написал. Извините, это спорт, ребят, ну правда. Ну, куда вот едет вот это и вот это? Думаю, а нет у них анлима вообще. У них только спорт крайняя категория. А, нет. Ничего не... Ну, тогда это вообще бред. Сидит на мостах, посмотрите. Любят воды. Смотри. Это ж не УАЗовские спайсеровские мосты. Нет. Это что-то иномарка, да, какая-то? Короче, мы сегодня диванные критики, мы всех обсираем. Нам можно. А он и в кирпелях также. Он пердел, чихал, но на горке выезжал. Олег попробовал, не получилось, и чуть не лег. Это было опасно. Бля, здесь двигатель тестовый. Квадура даже не слышит. Ну, если смотри, сейчас он заглухнет, ты не услышишь, как он заведется. Последний. На сегодня класс. О, как там легко было ехать, оказывается. Привет, я... Накопали прям знатно. Нет. Так, легенде сегодня не везет. Оставили ее на хорошей траектории. В... Парни, не ваша луна сегодня, да? Не вообще, в той фазе. Вообще ужас. Я не знаю, что. Все не так, все не то. Знаешь, это спорт. Сам не раз в такой шкуре был 100%. Да? И чё? А, заклинил. Миша затроил, Вася без зарядки, легенда встала, Симба без сцепления, так что у вас еще есть шанс. А этот еще на ходу, да? Верик едет, у него штурману плохо. Я вам всех слил. Давай, делаемся, второй круг заканчиваем, да. Не факт, что они доедут. Ну, Вася только третий с Вериком едут, так что у вас еще времени вагоны маленькие. У вас в спорте сколько? Полтора. Тоже полтора? Да. Мало? Это самое. Ага. Я понял. Так, прошло много времени, ну минут 20. Также хищник ездит, Миша стоит, Вася стоит, легенда стоит, УАЗ стоит. Все, курим. Мы сейчас на
ждем награждения, принимаем поздравления. Спасибо всем, что остаетесь с нами. Подписывайтесь, сезон будет жаркий. Всем спасибо и пока!